Кума должен зайти в раздевалку и сказать: мы говно. Хватит идеализировать Кума. Не за трендами гонится. Мы его любим за другое. А что Реал? В любой непонятной ситуации забрасывайте на Винисиуса. Причем из лука, знаешь, так в упор. С Азаром это так работать не будет. Суаресу плевать. Он бы меня укусил и плюнул. В это воскресенье 101 год исполнился футбольному клубу «Осасуна» и было сыграно 280-е «Эль Классико» в истории. 248-й, если не учитывать всякую товарищескую мишуру. И большую часть сегодняшнего эфира «Ла-Ла Лиги» мы посвятим именно разбору «Эль Классико». Денис Алхазов, Кирилл Хаид. Кирилл, приветствую тебя. Ты готов выкладывать, вываливать? Ты готов громить «Барселону»? Ты готов вставлять шпильки в мягкое место Реала? Меня смутило, что ты начал с Осасуны, а говорить мы большую часть будем классика. А как же? Ну как не поздравить Осасуну? Это один из немногих клубов, который принадлежит народу в Испании. Также Атлетик Бильбао, Барселона и Реал. Ну вот как раз давай Барселона и Реал. Ну да, шпильки готов. Окей, я предлагаю начать в сугубо хронологическом порядке и также дальше двигаться. Мы переносимся на вечер субботы. На состояние вот этой команд, душевное состояние игроков себе представляем. И представляем, на кого не могли рассчитывать Карло Анчелотти и Роналд Куман. Матч пока оставляем в стороне. Мы к нему приползем. Мы к нему прикоснемся. Итак, ты взгляни. У Барселоны потери гораздо значимее, чем у Реала. Мне кажется, арсенал приемов, который мог использовать Роналд Куман, мог бы быть шире, если бы присутствовал на поле. Ну, даже такой человек, как Мартин Брейтвейт. Вспомни, мы его хвалили в первых турах. Мы восхищались. Я бы назвал Рауха и Педри в первую очередь. Ну, Педри, само собой. Да. Ну, это человек золотого мяча. Ну и, наверное, в меньшей степени именно в этом матче Дембеле. Вообще, я думаю, что именно Кумана он очень нужен. Но именно в этом матче, учитывая, что там Винисиус, Минди на том фланге, нормально. Можно на скорость? Нет, нужно возвращаться. А Дембеле возвращается? А Дест лучше. Дест лучше. А, и к чему можно было прийти по составу? Какие мысли, как ты думаешь, мелькали в голове Роналда Кумана и у Карло Анчелотти? Давай реконструкцию такую проведем, давай попробуем забраться в голову к ним. Ну, логичный состав очень у Кумана, потому что, повторюсь, мне кажется понятным, что Дест в атаке – это такое компромиссное решение, да, то есть он будет возвращаться. Второй там... матч подряд. Второй матч подряд. В первом случае это себя показало неплохо. Барселона забила только один гол, но там доминирование было полнейшее. Мингеса – это супер оборонительный вариант. Мингеса Дест – как бы третий защитник. Да, 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 да. Он, в случае, он будет доигрывать до Минди, до конца. Он имеет этот навык, он всегда возвращается. В общем, понятная ситуация. Плюс Дест может делать рывки за спину тоже. И смотри, Гави в центре поля тебя устраивает? Мне вообще очень нравится сочетание Де Йонг, Бускетс, Гави. Идеальный сейчас. До возвращения Педри. Ну, Педри, да. Как бы, но, в принципе, это многообещающе в плане культуры паса, в плане скорости движения мяча, в плане всего, что может поставить тренер, который может поставить позиционную игру, а не Куман. А в центре обороны как тебе сочетание? Ну, я, ну, даже я уже сказал, Арауха не хватает. Арауха не хватает. В центре? Да, ну, конечно. Давай вспомним хотя бы. Ну, ему приятно будет, наверное, о таком футболисте, как Клеман Лангле. Он совсем, думаешь... Самуэль Умтити. Ну, это совсем другая история. Клеман Лангле, закончилась его история в Барсе? Нет, почему? Ну, Гарсия, Лангле, Пике, Арауха. Нормально иметь четырех защитников на в общем, весь... это... Это подходящий подбор. Да, обойма, это, да. Да. Я бы не сказал, что мне не кажется, что Барселона проиграла, потому что не было в Англии. Говори, в нашей хронологии Барселона еще не проиграла. Мне не кажется, что отсутствие в Англии сыграет ключевую роль в этом матче. А давай посмотрим на состав Реала. И мы не будем сейчас его проговаривать и искать какие-то особенности. Мы просто наложим его на состав Барселоны. У Реала, конечно же, на левом фланге выйдет Винисиус. Не было сообщения о травме, не было сообщения о повреждении, неготовности игрока, ни о каких тьфу-тьфу-тьфу болезнях. Ну, кто мог еще выйти на левом фланге у мадридского Реала в атаке? Только Винисиус. Винисиус, ну, который пребывает в отличной форме. И Куман реально пошел на этот выстрел в ногу, выстрел себе в колено. Причем из лука, знаешь, так в упор. А это очень тяжело сделать, натянуть лук и выстрелить себе в колено. Ну да, не получится натянуть как следует тетиву. Придется. Да и выстрелить толком не получится. И будешь ты ломать себе колено очень долго. Мингеса против Винисиуса. Ну а должен Дест? Да, конечно. Тупо потому, что Дест быстрее. То есть Мингесу в атаку? Нет, ну...
кого-то надо в атаку тогда придумать. Не знаю. То есть, погоди, Дест отправился в атаку, и так происходит в последних матчах только потому, что больше некому играть там. Я не знаю. Я где-то в комментариях в какой-то момент у себя на канале видео мне написали: хватит идеализировать Кумана, он не рассуждает какими-то сложными категориями. Просто поставил Деста в атаку, потому что у него нет Дембеле. Все. Я не знаю, может быть, действительно все в 3 раза проще, чем мы фантазируем. Может быть. Но мне кажется, что есть право на жизнь, имеет и такая теория, версия, что ты ставишь профильного защитника, очень атакующего в атаку, чтобы получить возможность быстрого отката. Вингеса это, ну, Куман что-то видит в нем в роли правого защитника, я пока не понял, что, но, может быть, еще через пару лет увижу. А, в любом случае, если смотреть на состав Реала, то, мне кажется, очевидно, да, вот вернулся Менди, это сильная единица боевая в атаке, когда он в форме. И опять же... Да и в целом, по сути, это основной левый защитник мадридского Реала сейчас. Лучший левый защитник. Там есть и Алаба, и он тоже может сыграть слева, и даже когда он играет в центре защиты, у него выдающийся пас, и он важен подключениями в атаку. Выдающийся удар, но это мы опять забегаем вперед. Поэтому, как мне кажется, вот это сочетание Винисиус и Менди как база, да, но плюс туда будет стягиваться Бензема обязательно, и плюс там же может подключаться и Алаба, это просто, ну, как бы зона, место силы у Реала очевидное. А это сильнейший состав Реала, если мы не берем потерю Карвахаля. Карвахаль попал в заявку, как мы помним, он вышел в конце до кучи, но просто только после травмы восстановился. Ну, нет, нужен Карвахаль. Да. С Карвахалем это сильнейший состав Реала? Во-первых, у них давно не было этой тройки. То есть ты даже отдаешь предпочтение Родриго на правом фланге? Тройка в пол... Ты между Азару? Ну да. А не Бейлу. Я думаю, что это самая сбалансированная формула, потому что Анчелотти начал сезон с 4-4-2, потому что он все-таки стремился к какому-то балансу. Баланс так и не нашел. Сейчас перешел на 4-3-3, и понятно, что Родриго в случае чего, это такая симметричная схема, он становится полузащитником, а Винисиус нет. Это нормально, ну как бы это работает. С Азаром это так работать не будет. Эль Классико, несомненно, резонансное событие, и мы решили разбавить нашу беседу с Кириллом высказываниями самых разных спикеров. Ну, прежде всего, конечно, разбирающихся в испанском футболе. Встречайте. Болельщики Барса должны говорить спасибо Куману за этот матч против Реала, потому что так солидно Барса не выглядело с начала сезона. Вы вспомните матчи в чемпионате, когда чередовались вещи такие, как 54 навеса с Гранадой или абсолютно разрозненная игра без мяча, например, в матче с Атлетико Мадрид. Или вспомните матч Лиги Чемпионов с Бенфикой, когда Барса не могла в створ удара нанести одного. А здесь против Реала, который так опасен в контратаках, который вышел на поле со тройкой основных центральных полузащитников, Ферлан Менди вернулся. И Барса была в первом тайме лучше. И если бы Дест попал по воротам, да, конечно же, это условное наклонение, но мне кажется, что это был вообще лучший матч Кумана при Барсе. Поэтому разговор о том, что его нужно увольнять, и то, что устроили болельщики после матча, для меня нонсенс. А если говорить о будущем, то, конечно же, Кумана очень не хватает, например, даже действующих игроков в форме. Как выяснилось, Фрэнки Де Йонг играл с травмой. Гави в 17 лет не тянет, чтобы играть на фоне Реала и выигрывать. Да? То есть, да, это качественный игрок, но пока он не может быть лидером. Депай почему-то, видимо, после первых нескольких удачных матчей в чемпионате уже сдает. И все, получается, что... И Фати, конечно же, ну, конечно же, это пока не Месси. И пока даже вопрос, будет ли он Месси, потому что так получилось, что Барса вот в последние 5-6 лет... разучилась играть один в один. А вы посмотрите по количеству обводок в этом матче. Если бы не Гутиньо, который вышел на замену с 4 обводками, 3 обводки на всю команду. А у Реала у того же и Винисиус обводит один в один, и центральные полузащитники обводят, и крайние защитники обводят, и Бензема обводит. И как ни парадоксально, но Кумана нужно, чтобы его футболисты научились обводить один в один. Ну давай, покрутим моменты. Посмотрим, что было на самом деле. Первое, что меня удивило в этом матче, что Барселона начала играть не то, что смело, не то, что как-то агрессивно. Она играла спокойно. То есть в таком спокойном настроении она вышла на этот матч. Барселона пошла понемножку прессинговать. У нас есть момент, где, кстати, Барселона уже с первых минут неплохо прессингует. На 7-й как раз. Вот посмотри, Реал бросает аут. Это всегда благоприятная ситуация для того, чтобы зажать соперника. Да? Эти ауты часто заканчиваются потерями, но Реал как-то выбирается. Реал отправляет мяч на левый фланг. Тоже логичное решение. Перевести туда, где свободнее. Но смотри, как Барса расставляется. Вроде можно выключиться, дать поразыгрывать мяч. Но Барселона оставляет, смотри, на левом фланге получается 1 против 2. Депай, да, по-моему, это был? Депай остается 1 против 2, и это единственное послабление. То есть все 1 в 1, но на дальнем от мяча фланге 1 против 2, и за счет этого
а ты получаешь все-таки лишнего человека в защите. А если на дальний фланг идет мяч, то, соответственно, вы должны быстро перестраиваться и уже в зоне мяча создать один в один. И уже на этом фланге будет один против двоих, и кто-то будет свободен. Нормальная прессинг-схема, и я думаю, что Барселона играла, ну, не то, что ты говоришь, спокойно, а просто с пониманием, что у нее есть план. Не растеряна. Да, этот план вполне себе выглядел адекватно на первых минутах. И Барса же могла забить первый. И да. Мог бы сложиться совсем другой коленкор. Не из своего плана это родилось, это очень забавно. Это мы как раз от прессинга Барселоны переходим к значимому Реала. Отсутствию, к прессингу Реала. Да, да, да. А, прессинг, у Реала это тоже как был, понятие. У Реала был прессинг. Ну-ка, какой? Ну, вот давай посмотрим этот эпизод, когда Барселона могла забивать. И это очень забавно, на мой взгляд, потому что эпизод начался как раз со смелейшего персонального прессинга Реала, когда смотри, насколько вот тут бы еще остановить в этот момент вот стоп-кадр, что все разобрали игроков Барселоны на чужой половине поля и остались 3 в 3 на своей половине поля. Зачем? Но зачем? Ну, добавить острых ощущений. Там есть Тер Стеген, как ты меня научил правильно произнести его фамилию, который просто через полполя отдал пас на центрального нападающего. И он это сделал первый раз, он это сделал второй раз в первом же тайме, и Лукасу Васкесу пришлось фалить, и он еще раз это делал в первом тайме. То есть, знаешь, это не то, что просто, озарение. Нет, просто человек видит, что у него есть простой выход из сложной ситуации. Это своеобразно работал прессинг Реала. Он был источником лучших моментов Барселоны. Но как Реал пытался ответить Барселоне? Одним единственным манером? Нет, двумя. Ну-ка. Этот прессинг... Я скажу про первый. Да, да. Может, мы вообще не сойдемся. А, может, образом. Ты не про прессинг, я понял. Нет, прессинговать, если прессинговать, то невысоко. И диагонали в любой ситуации, когда не знаешь, что делать, вот там точно маячит Винисиус. Кидай на него. И он обязательно убежит против Мингеса. Я просто не закончил, потому что я еще хотел сказать, что прессинг-то применялся далеко не все время. То есть это не было какое-то самоубийственное решение, которое мешало. А насчет забросов, конечно, это слабое место. Обрати внимание. Почему Мингес не догнал мяч? Смотри, тут дело даже в другом. Они тут вдвоем с Дестом. То есть Дест даже вернулся, он помогает, и они вдвоем, и все равно это заканчивается тем, что Винисиус уходит от обоих, и есть претензия на пенальти. Но мы ждем такого от Винисиуса всегда. Мы ждем такого от Винисиуса. Почему Роналд Куман этого не ждет? Нет, он ждет. Он поэтому поставил профильного защитника в атаку на этот фланг, чтобы их там было двое, но просто это не помогло. А как тебе, пенальти был? Нет. Я тоже думаю, что нет, потому что здесь та ситуация, когда Винисиус может и должен бежать дальше. Да, и да, он да, их да, может да. обойти. Он увидел, что он теряет мяч. Теряет контроль над мячом. Да, и, возможно, над собственным телом. Причем по своим каким-то причинам, а не потому, что его зажали бутерброд. Он одновременно там резко менял направление движения. Больше всего в этом классике меня впечатлила адаптивность Реала. Очень здорово, особенно Лука Модрич адаптировался к тому, как персонально прессинговала Барселона. И это, наверное, главное качество всей команды. Невероятно сыгранная тройка полузащитников. Казимира, Модрич, Кросс. Они могут прочитать буквально любой сценарий. И, наверное, это даже особенный комплимент Реалу, что в этом матче стартовый план был не в их пользу. Он даже был, такое ощущение, не особо заготовленным. Такое ощущение, что Анчелотти даже не смотрел, как Барселона примерно похожим образом играла против Атлетика, либо не ожидал, что Куман попробует то же самое безумие еще один раз применить. Но в любом случае на старте были проблемы, но адаптивность, которой Реал подошел к решению этих проблем, она восхищает. И, наверное, в будущем это качество тоже будет главным для Реала, потому что уместно вспомнить, что Анчелотти именно был тем тренером, который в первый приход заложил это качество в Реале. И сейчас, я думаю, оно будет все сильнее развиваться. И вокруг этого, также используя по-особенному футболистов, которые находятся в самой хорошей форме, на данный момент Бензема и Винисиуса, Анчелотти будет выстраивать свою команду. У него нет какой-то четкой философии, у него есть только понимание, что нужно адаптироваться под сильное качество футболистов. И, конечно, уже сейчас у него многое получается. Я думаю, победа в классике, она в каком-то плане олицетворяет его идею, олицетворяет его команду. Реал может к любому сценарию подстроиться. Причем в этом матче удалось подстроиться даже до перерыва. То есть это скорее Модрич, выполняя свою функцию тренера на поле, помог разбивать прессинга барселонский, и Реал по ходу первого тайма уже перехватил контроль. Вот думаю, в этом направлении Реал будет становиться все сильнее и сильнее. Очень хорошие инструменты у Анчелотти, и есть костяк, к которому этот футбол очень-очень хорошо подходит. Ты знаешь, в чем главное преимущество Реала в последних Эль Классико? Что какой бы план
Обычно не самый удачный план выбирает Роналд Куман, уже первый тренер с каких-то бородатых годов, проигравший первые три Эль-Классико подряд. Какой бы план Роналд Куман не выбирал, футболисты даже без помощи своего нынешнего тренера могут под него подстроиться, проанализировать ситуацию и договориться друг с другом. В этом колоссальная сила мадридского Реала до сих пор. Ну, я бы отметил тут роль Анчелотти как раз. Ну, мне кажется, что... Погоди, а то есть он напрямую управлял игрой в первом тайме или что? Анчелотти, его план был супер выжидательным. Это его в данном случае... То есть отсутствие решений я оцениваю очень позитивно. Это тоже решение. Ну, то есть вот этот эпизод, с которого родился первый гол Барселоны, мы понимаем, это некое исключение. В основном Винисиус отходил назад, Родриго отходил назад еще глубже. Это было, что среднее между 4-5-1 и 4-4-1-1. Это был средний блок. И, ну, и Барселона, имея территориальное преимущество, в итоге даже не могла мяч забрать. То есть мяч был на третьей Реала, но владела Барселона мячом недостаточно. То есть это наказ от Карло Анчелотти? Посмотрите, постойте, приглядитесь, конечно, разведайте, конечно, не лезьте на рожон. Конечно. И в любой непонятной ситуации забрасывайте на Винисиуса. И это вполне рабочий план. Но гол Реал забил по-другому. Да. Я в восторге от этого гола. Даже не от самого удара, а от того, как все сложилось. Кто куда прибежал, невероятно кто сложилось. Кого бросил. Посмотри, Алаба начинает атаку. Винисиус вот здесь, этот эпизод, в оттяжке. Слушай, этот эпизод надо было начинать с еще более ранней точки. Потому что все началось с того, что Депай попросил мяч в опасной зоне. Депай, который находился в штрафной, увидел, что перед штрафной пусто, и попросил мяч в опасной зоне, выскочил туда, получил мяч, плохо обработал, гениально сыграл. Вот как раз они с Алабой пошли после потери. Алаба прочитал этот эпизод и выскочил ему на перерез и атаковал его в момент приема. И оттер от мяча и отдал мяч Винисиусу. Что в этой ситуации делает хороший центральный защитник? Он останавливается, потому что он хорошо провел эпизод, он выиграл эпизод, он выиграл мяч. Можно всех успокоить. Сохранил мяч для своей команды, отдал атакующему игроку. И вот в этот момент ситуация исчерпана. И озарение, да, Алаба прет дальше. И кто должен был его держать? Депай. Очень важный вопрос. То есть рядом с ним был Мингеса. Угу. Почему Мингеса не переключается на Алабу в этот момент? Почему может, такая его... зона огромная у Алабы? Почему весь этот коридор, он бежал 40 метров, его никто не встретил? Это же довольно хаотичная контратака, правильно? Довольно хаотичная. Но она получит... Это игра нервов. Это нет. Идет игра нервов. Нет. Депай, раз он бодается с Алабой, он должен его преследовать. Окей, я с тобой... Погоди. Я не спорю. Вот формулировка, что нападающий Барселоны должен преследовать защитника Реала до своей штрафной, она действительно сумасшедшая, она абсурдная. Но Депай вот в таком хаосе должен гнаться за Алабой. Я, причем, и как иначе? Я абсолютно с тобой согласен, что должен, но я не согласен, что это хаос. Нет, это, черт возьми, не хаос. Потому что если Барселона использует персоналку, и если Мингеса смотрит, как мимо него пробегает Алаба и не дергается за ним, потому что вот его игрок Винисиус, если Мингеса стоит рядом с Винисиусом и играет по нему на чужой половине поля, а игрок Депая это Алаба, то ты должен бежать за ним до конца. Потому мне кажется, что такая персоналка гроша выйдного не стоит в таком случае. А кто сказал, что это была качественная персоналка? Подожди, это во-первых. А во-вторых, и главная претензия к Куману. То есть, хоть Бьелса, хоть Гасперини, хоть вообще кто угодно – имеет отработанный способ перевода. Вот ты защищаешься, вот, например, играешь без мяча персонально, один в один, супер смело. Ты имеешь в виду передача игрока друг другу? Да, да. Нет. Ты играешь, вот просто разбил всю команду на один в один. Это супер смело. Ты делаешь это возле чужих ворот. Когда, допустим, твой прессинг каким-то образом пройден, или когда, например, атака переходит в какую-то опасную фазу, или, например, мяч переходит в центральную линию, тебе нужна схема перехода в оборонительную позицию. Никто не играет персонально у своих ворот один в один. Все занимают оборонительную позицию. У Аталанты есть оборонительная позиция, хотя она плохо играет, допустим. У Бьелса она есть в Лице, хотя он тоже в ней плохо играет. Но у Барселоны нет самой механики. Как ты переходишь от один в один персонально ориентировок в то, что вы просто защищаетесь. Ну, вы просто защищаетесь. Стоите перед своей штрафной, держите плотность линий, не даете пробить, неважно, кто там перед штрафной, он просто не должен быть один. Алаба вообще по барабану, просто не должен быть. Они не знают, у них нет этого механики, мне кажется, это вопрос к тренеру. Ты сейчас провел ликбез и заодно интеллигентно высказался о том, почему Куман... Почему Куман должен зайти в раздевалку и сказать, мы говно, давайте начнем сначала. Вернемся к основам. Смешно. Ну, потому что...
То есть... Слишком много нагромождений. Я вот тебя слушаю, и Барселона нагромоздила столько всего на свою оборону, на свою атаку. Все так сложно, так запутанно и так при этом неэффективно. План Кумана был странным, если уже на то пошло. Мне он показался, он, я считаю, что он был рабочим, но я совершенно не понимаю, почему нельзя было прессинговать просто зонно. Прессингуйте зонно, зачем вам персоналки? И быстрее откатывайтесь. Даже если вы плохо защищаетесь, вы все равно не будете допускать таких провалов, что Алаба бежит полполя, его никто не встречает. Но все равно это очень круто. Это что-то из ряда вон выходящее, потому что классика – это, мы знаем, это и футболисты часто об этом говорят. Да, эта фраза у нас вот таким песком на зубах остается, но вот всякие дерби, да, исторические противостояния, они очень часто про сцепки характеров, да, про риски, насколько эти риски окупаются. И вот один человек, единственный из Реала в первом тайме, все было спокойно, тише, гладь и благодать у Реала, да? Спокойная такая разведка, без боя, разведка не боем. Один человек попер вперед и спутал всю Барселону. И вонзил мяч дальнему. Ну, то есть Алаба, он даже круче, чем Рамос поступил. Вот Рамос бы так не побежал. Рамос бы побежал открываться в центр в такой контратаке под подачу. Я согласен, я почти согласен. Вот универсализм Алабы, я думаю, что просто Алаба прочитал игру и понимал, что он делает абсолютно. Я не думаю, что это, знаешь, это было какое-то именно вдохновительное озарение. Я думаю, что человек просто он ждал своего шанса на что-то подобное. Я бы хотел отмотать на неделю назад, потому что благодаря появившемуся окну из-за перерыва на матче сборных, и потом Ла Лига перенесла матч Реала против Атлетико из Бильбао, у Анчелотти появилось время, чтобы настроить некоторые игровые аспекты, которые, мягко говоря, вызывали сомнения. В первую очередь это безобразный прессинг и огромные проблемы Реала в защите. И поэтому Реал перед Шахтером на пресс-конференции Анчелотти подтвердил, что Реал будет возвращаться к классической схеме 4-3-3 и будет ее использовать на регулярной основе. Раньше Анчелотти колебался между 4-4-2, чтобы в том числе встроить Седена Азара, и между 4-2-3-1, чтобы как-то компенсировать потерю Тони Кросса. Из-за чего, в принципе, Реал и едва не проиграл Вильяреалу на Сантьяго Бернабеу. Поэтому Анчелотти Реал откатил до заводских настроек, до 4-3-3, в первую очередь благодаря возвращению в строй ключевых игроков, таких как Тони Кросс и Ферлан Менди. Они вообще дебютировали в сезоне лишь недавно. Поэтому Анчелотти уже был свободен в своих решениях, и он обкатал черновой вариант в матче против Шахтера. И ему настолько понравилось выступление Реала в Киеве, что Анчелотти даже не менял ни одного игрока, выставил идентичный состав на Барселону. Понятно, что Шахтер и Барселона пребывают в, мягко говоря, плохой форме, и победы над ними – это никакой не индикатор того, что Реал будет сейчас показывать суперфутбол. Но у меня практически нет никаких сомнений, что Реал точно прибавит в качестве футбола. Да и просто у Реала будут в следующем месяце проходные матчи против проходных соперников, таких как Райо, Гранада, Сосуна, где можно будет Анчелотти поэкспериментировать. Рональд Куман пошел на одно из важнейших изменений во втором тайме, чтобы просто попытаться хоть как-то приглушить Винисиуса на фланге. Он отправил туда Деста, он туда опустил Деста и выпустил Филиппа Коутиньо. Ну, странное решение. Почему же? Потому что... Какой выбор-то в атаке у Барселоны? Кого выпускать, исправлять ситуацию? Да нет, ну, просто дело не в том, кого выпускать. У Барселоны план не мог дать ей доминирование, не мог дать ей какого-то, я не знаю, постоянного источника моментов. Но это не был полный провал. Это нужно было определенное стечение обстоятельств и великолепная игра Алабы, чтобы Реал забил. В то же время, ты помнишь, и у Барселоны были сопоставимые ситуации. Например, Тер Стеген одним пасом отрезал всю команду и выводил Депая и Фати и Деста на атаку 3 в 3. Это проходило. То есть, понимаешь, риск был обоюдный. И Куман, на мой взгляд, отказавшись от этого своего немножко суицидального, странного плана в перерыве, он его не заменил ничем. Ну, почему же? Он перераспределил мощности. Теперь в атаке появляется игрок, который сможет запутывать чужие построения. А Серхио Дест отправляется в оборону просто, чтобы успеть за Винисиусом. Потому что Мингеса не справляется из-за своих физических характеристик. Ну, успел. Отыгрались? Ну, отлично. Я даже не знаю, это спор, это диспут. Ты
Перескакиваешь с одной темы на другую. Нет, решение, давай так, что это принесло Барселоне? А, вот, посыпались моменты, я тебе их готов показать. Давай. Посыпались моменты, как раз с участием Коутиньо был первый момент на 47-й или 48-й минуте, сразу после перерыва. Вот как все начиналось. Коутиньо между линией получает мяч, отправляет на Ансу Фати. Ансу Фати, мне кажется, немножко не самой своей привычной роли, ему приходится смещаться с фланга, такой депаистый Фати получился, и Депай отдает на Коутиньо, и только Алаба успевает накрыть бразильца. Неплохо же, а? Ажурно, весело, красиво. Быстро, да, в касание двигали мяч. Ну, прикольно. Барселонская атака совершенно. Культурная атака. Атака здоровой Барселоны, в которой, правда, участвует, черт побери, Коутиньо в роли завершителя. Ну и потом Ансу Фати выходил на удар в ближний угол. Тоже все довольно быстро. Ты знаешь, мне все-таки показалось, что у Реала было больше контроля после перерыва. Ну, в совокупности вообще, как бы, всего тайма. Но в целом, вот, кстати, обрати внимание, что Альба появляется широко на левом фланге, а справа из-за ухода Деста теперь пустота. Да. А когда Реал ведет 1-0, эту оборону, черт побери, нужно растягивать. Это вот это хороший момент, но, опять же, мне кажется, здесь в первую очередь нужно ругать защиту. Реал. 7 человек штрафной, и между тремя ты свободно носишь удар. Да, они здесь выбрали не качество, а количество скорее. Да. Но в целом, мне кажется, у Барселоны появлялись шансы постепенно. У Барселоны было там 10-15 хороших минут в начале второго тайма, так же, как было 10-15 минут в начале первого тайма, пока Реал присматривался, мне кажется. А потом опять сработала эта выжидательная тактика, и Реал успокоил игру. Мадридский Реал приезжал на Камп Ноу в статусе фаворита. Специально говорю на тон ниже, потому что звучит как минимум дико. От Барсы ожидали в лучшем случае ничейного результата, и действительно по ходу игры Барса была близка к такому результату. Где-то не повезло, где-то не хватило индивидуального мастерства, где-то не хватило, возможно, и тренерских решений. Но ничего кардинально не изменилось. Барса продолжает участвовать в борьбе за Ла Лигу, учитывая, что она такая длинная, еще результаты и возможность изменить эти результаты будут. В Лиге Чемпионов еще есть матч. Есть матч с Динамо Киев, есть матч с Бенфикой, и они могут что-то изменить. В Ла Лиге сейчас будет попроще, соперники будут попроще, и Барса сможет улучшиться, можно сказать, даже и так. Плюс после перерыва на матче сборной Барса выиграла одну игру, вторую. Сейчас есть отсечка, и нельзя, наверное, как минимум с позиции руководства рубить вот так сгоряча, при условии, что до этого они не сделали этого, хотя, например, для увольнения тренера в этом сезоне были моменты более весомые и значимые, чтобы уволить Рональда Кумана. Но сейчас складывается в целом такое ощущение, что как будто бы никто ни за что не борется. И все просто сидят такие и ждут, когда же наступит лето, и там будем решать. А до лета сидим. Эдакий арсенал Арсена Венгера, где результаты вроде как есть, но чего-то сверх не добиваемся. Даже не так. Вспоминаем «Залезть на дно в Брюгге». До вершин ты не добрался, но и на дне не был. И вот в этом сезоне такая роль испанского Тоттенхэма, наверное, на Барселоне. Поэтому поражение в Эль Классика, ну, на фоне вот этого странного сезона, да это вообще мелочи, при условии какой счет 1-2 минимальный, что команды обе наиграли, например, на одинаковое количество голов, да и смотрелись примерно одинаково. Если бы Куман побеждал при невзрачном футболе, претензии бы были? Нет, ну это не серьезный разговор с твоей стороны сейчас. Почему? Потому что он проиграл. Они не владели мячом, они даже не доминировали, даже стерильно не контролировали мяч. У них 50%. Они играют в навесы. И, то есть у них нет своей игры, у них нет убедительности в той игре, в которой они пытаются играть, и у них нет результата. А ты спрашиваешь, если бы у них был результат, упрекали бы их? Ну то есть мы выстраиваем логическую цепочку. Вот из всего этого сперва фанаты требовали быстрого комбинационного футбола. Я думаю, фанаты будут счастливы один раз просто обыграть Реал. Как угодно. С левого пенальти. Не знаю, мы о чем говорим? О том, что Барселона должна избавляться от Кумана сейчас срочно, независимо от того, кто придет вместо него? Или о том, то есть, что вообще? Чего мы ждем от Барселоны? Статус Кумана в Барселоне в ближайшее время измениться не должен, хотя напрямую со специалистом это никак не связано. Насчет самого Кумана иллюзий в Барселоне ни у кого нет. Он проигрывает один топ-матч за другим, и Классико стало всего лишь еще одним в череде этих неудачных матчей. Есть вопросы относительно того, как именно использует Куман молодежь, которая у него есть. То, что он заигрывает молодых, это еще ни о чем не говорит, это не достижение, поскольку любой специалист, который бы сейчас работал в Барселоне, играл бы через молодых футболистов. Просто кроме них у Барселоны никого и нет.
А вот как именно он использует того же Фрэнки де Йонга, который часто остается в одиночестве во время матчей, как он использует Ансу Фати и других, это вызывает множество нареканий. Другое дело, что в октябре Барселона просто не найдет топ-специалиста на рынке. Она и вообще может не найти вплоть до следующего лета. Есть вопрос компенсации. Барса до сих пор не выплатила деньги Кике Сетиену и Эрнесто Вальверде, двум предыдущим уволенным специалистам. И где взять деньги на оплату компенсации Кумана, Лапорта пока себе не представляет. Единственная причина, по которой Кумана могут уволить по ходу сезона, это если будет серьезный риск Барселоне пролететь мимо Лиги Чемпионов. Для любой команды не попасть в Лигу Чемпионов сейчас – это колоссальные финансовые последствия. Что уж говорить о Барсе, которая в долгах, как в шелках. Смотри, мне вообще казалось, что Куман – отличный вариант для переходного сезона. Но только переходный сезон позади. А сейчас сезон, когда ты закладываешь фундамент новой команды, молодой. И лучше всего это делать как раз пресловутой ДНК. И даже находясь на 8-м, 9-м, 7-м месте, но идти по какому-то ортодоксальному пути, что Куман дать не может. Нет вопросов, что нет денег. Нет вопросов. Я не думаю, что Тенхага можно, у него своя империя в Аяксе. И Аякс сейчас, вот прямо сейчас Аякс одна из там 10 лучших команд мира, наверное. Мне кажется, Тенхаг попросит с собой 10-15 человек из администрации Аякса, в том числе, на которых тоже потребуются деньги. В том числе бухгалтеров, юристов. Да, конечно. И, может быть, службу охраны. На всякий случай, после Кумана-то, да? Да, но нет, я имею в виду, как бы понятно, что об этом речи и нет. Поэтому самое время вспоминать просто в своей игровой культуре. Может, Пепа Бардаласа позвать, а, Барс? Смешно. Ну, я не смеюсь, это я так... Утопические мысли, конечно. Но... А зачем? Да я не знаю, меня просто бесит. Чтобы они просто перестали играть в пас. Меня бесит, когда фанаты неправильно расставляют приоритеты, неправильно ставят акценты. Когда фанаты требуют, чтобы Барса играла в каталонский футбол, вот в этот свой пресловутый, тики-так, как там называется, вот, крайсизм. Вот, кстати, сейчас... Сетиен бы не помешал. Вот насколько нелепым это было назначение в тот момент, настолько же сейчас оно было бы уместным. Но уже, конечно, бессмысленно. Вот сейчас Барселона откровенно серая, да? Она очень серая. Нет. Она иногда очень забавно и ярко проваливается. Это другая ее ипостась. Кроме того, мы же понимаем, что Куман, ну, он найдет выход. Ну-ка. Нет, ну, буквально смысл. Ну, то есть Барселона будет бороться за чемпионство? Барселона опять через вот эту вот яму, когда неудобные соперники, неудобный стиль, она выкарабкается, она попадет в ситуацию, когда 5-6 матчей удобные соперники, найдет новую схему с новой ролью для Педри, бедняги Куман, новой ролью для Де Йонга, и снова 2-3 месяца будет на уровне соискателя за титул. А потом снова нет. Это вечная история, пока он тренер. Господи, зачем же нужно было увольнять Вальверде? Ну, вот зачем? Ну, потому что Вальверде себя исчерпал. Почему? Нет, абсолютно расслабленный тренировочный процесс, абсолютное засилье ветеранов, авторитетов. Да? Команда не могла... Команда физически не была не в состоянии играть быстро. Ты помнишь, как играла Барселона? Барселона позднего Вальверде, не раннего. Я фанат раннего Вальверде в Барселоне, но поздний это Барселона играет... Она сушит любой матч. Она вот любой матч занижает вот максимально, как бы сбивает темп, все что угодно, стерильно контролирует мяч, потому что просто Месси забьет из ничего. И это был план А, план Б и план В. Все возможные планы сводились к этому. И на этом Барселона выехала второе чемпионство, на этом Барселона чуть не взяла чемпионство третий раз, когда все-таки не взяла. Но это была более тупиковая ситуация. Но просто, ну, не на Сетиена же было менять. С задним умом, наверное, уже сейчас начинаешь как-то ностальгировать, скучать, потому что та Барселона была сильна. Она могла провалиться резко, и оттого больнее было абсолютно всем. Она могла провалиться против темповой команды, которая могла навязать ей открытую игру, обоюдно открытую, да, как Ливерпуль, который в первом матче не заслуживал такого крупного поражения, а во втором матче абсолютно заслуживал такой крупной победы. В общем, возвращаясь к Куману, ты считаешь, что у него есть еще время? У него есть время как минимум до конца сезона? Нет, я не готов. Нет, ну конечно. Вылет из Лиги Чемпионов. Представь себе, что он вылетает из Лиги Чемпионов. Так денег становится еще меньше, чтобы ему заплатить. Я думаю, что они пойдут на какой-то, может быть, крайний случай, просто возьмут кредит. А, кстати, они уже взяли. И вот эту новость как раз увязывает с тем, что Барселона срочно подыскивает сменщика Кумана. Они взяли кредит у банка Goldman Sachs. Неплохо. Знакомое? Конечно. Название? Да. Суперлига? Да. Главный спонсор Суперлиги, да. Поэтому Барселона еще где? Кстати, они могли бы поискать тренера в Латинской Америке. Ну, я не то что слежу, но там есть как бы... Гальярдо, конечно. Человек, который вроде бы как раз, он проводник тех самых атакующих идей, того самого
прессинга, комбинационного футбола, но в какой-то современной интерпретации. Почему нет? А что Реал? Как? Я лично порадовался за Давида Алабу, что он забил. И, как ни странно, за Серхио Агуэро, что он вообще жив и что он еще тоже способен забивать. Но если отвечать на вопрос, что же дальше будет с мадридским Реалом, у меня очень четкий ответ. Сейчас Карло Анчелотти не борется за победу в Лиге Чемпионов, борется за какую-нибудь нормальную, терпимую, престижную стадию типа 1/4 финала и, конечно же, сражается за золото Ла Лиги. Для чего? Для того, чтобы и дальше работать в Реале. Потому что правило известно, если у тебя есть титулы, ты продолжаешь работать. Если нет, ты свободен. Следовательно, Анчелотти должен занять первое место с мадридским Реалом, получить Мбаппе, возможно, получить Холланда и дальше уже с этим ростером, соответственно, бороться за победу в ЛЧ. Либо альтернативный сценарий: Атлетико чемпион Испании, Реал второй, третьему, конечно, не будет, там уже Барселона. Анчелотти, спасибо за работу, до свидания. И непредсказуемость. Но что меня радует? Что Реал развивается эволюционно, постепенно, смена поколений происходит очень плавно. Обвиняли Зидана в консерватизме не по делу. Теперь мы видим, что у Барселоны революция, слишком много молодых и совсем нет результата, зато есть прежнее давление. А у Реала и давление сохраняется предсказуемо, и при этом нет каких-то глубоких кризисов. Меня это радует, и я думаю, что эта тенденция сохранится. Как-то мы незаслуженно мало говорим о Реале, потому что, наверное, это не такая проблемная команда сейчас, что Реал. Он не удивил в этом матче, согласись. Реал повел себя очень спокойно. Очень так вот. Очень анчелоттиевская команда. Очень, да, вот в костюме тройки стоял Реал весь матч. Так вот, надменно взирал на эту Барселону и ждал, пока вот эти мухи перестанут виться вокруг Реала. Отбивался очень спокойно Реал. Но мы делаем какие-то далеко идущие выводы? Нет. Смотри. Это команда, которая умеет менять лицо, она принимает абсолютно все сценарии в игре. В этом же главная сила. Анчелотти сохранил главное умение, которое было при Зидане. Мы можем играть, мы, Реал. Они могут играть в любом темпе, в любой формации, в любом стиле 80 минут, но у них будет 3-4 эпизода, в которых они порвут. И они знают, как создавать предпосылки для этих эпизодов. И они решают. И единственное, почему я не готов делать какие-то далеко идущие выводы относительно Реала, они никак даже не связаны с текущей формой Реала, но они связаны с тем, что просто мы знаем, что Анчелотти весну проводит хуже. Вот и все. Это не мое какое-то ноу-хау, это просто, ну, как бы, в принципе, признак позднего Анчелотти. А Куман хорошо проводит весну? Ты знаешь, прошлой весной он провалился буквально в последних нескольких... Гранада? Да, мне скорее там март-апрель, это были хорошие месяцы Барселоны. Когда Барса еще была в гонке? Да, абсолютно. Когда она вернулась в гонку, она стала нагонять Атлетико, и казалось, что, в общем-то, они действительно в гонке. То есть провалились они буквально в 3-4 матчах. Желаем Барселоне скорее идти на поправку, а Реалу не терять лицо, которого, впрочем, у Реала сейчас нет, и в этом его главная сила. Hola, amigos. Барселона проиграла самый важный матч сезона, не только с точки зрения каких-то очков, престижа, но еще и культурно, потому что люди, очень многие мои знакомые, пошли на этот матч в надежде, что именно магия Эль Классика поможет Барселоне как-то возродиться. Не получилось. Поэтому на вопрос, что дальше, я отвечу так. Есть такой турнир Лига Европы, и, как ни странно, Барселона та команда, которая может его выиграть и впервые в своей истории забрать трофей Лиги Европы. Потому что команда идет сейчас очень уверенно на третье место в группе Лиги Чемпионов. Дальше серьезных соперников уровня Баварии или даже супер хорошей Бенфики не предвидится. И путь, думаю, для этой команды будет расчищен. Это не такие затраты временные, это не такие затраты физически, это Лига Европы для фанатов Барселоны, которые у него, кстати, есть и даже посещают только гостевые матчи, потому что на Камп Ноу им запрещено ходить. Для них это будет интересный опыт. Для всех тех, кто на постсоветском пространстве болеет за Барселону, наверное, будет больше поводов увидеть любимую команду. Ну и просто Барселона – чемпион Лиги Европы. Это звучит контрастно, но это звучит реально. Лучше выиграть Лигу Европы и побороться за что-нибудь кубковое, чем не выиграть ничего. Поэтому я думаю, что в чемпионате все плохо. Барселона максимум доберется до зоны Лиги Европы. Снова Лига Европы почему-то звучит в нашем разговоре. Ну и чтобы все было хорошо, нужно выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов именно таким образом. Таким образом, после победы в Эль Классику Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея матч в запасе. Матч в запасе есть и у Атлетико Мадрид. Но Атлетико не перестает удивлять.
Хотя нас это уже перестало удивлять, что Атлетико пропускает два мяча, а потом идет героически отыгрываться с усилиями монструозного Луиса Суареса. У меня впечатление от Атлетико Мадрид, что вся команда попала под аппарат Елизарова. Нужно сломать колени, нужно сломать ноги, чтобы что-то заработало там в пояснице, в позвоночнике. Семёна продолжает искать, Семёна продолжает крутить схему, переставлять всех с места на место. Он видит проблемы, и мне кажется, что просто пока не получается, но он, собственно, видит, и новая схема 4-3-3, а что не получается, хорошо показывает первый гол. То есть проблемы в обороне как были, так и остаются. Обрати внимание, что сейчас потеряет... Смотри, два центральных защитника стоят на одной линии. И дальше сейчас развивается владение мячом и потеряет перехват мяча. И Филиппе Эрмосо один побежал делать искусственный офсайд, а другой побежал, как бы остался на месте держать линию. Удивительная несогласованность. Когда один бежит вперед, а другой отскакивает в этот момент назад. Это почему? Да, два психотипа защитника, да? Почему? Потому что ты играешь 4-3-3, ты высоко защищаешься, и ты ловишь на искусственном офсайде, ты бежишь вперед, поджимаешь все время. Но типичный Атлетико все время бежит наоборот, назад, за линию мяча. Вот и у тебя сталкиваются разные просто рефлексы. Поэтому Семёна работает, он действительно ищет. Это крошки такие, да? Хлебные крошки. Да, конечно. Желаю. Но просто вот у Филиппе сработало бежать вперед, а у Эрмосо сработало бежать назад. При том, что Эрмосо как бы защитник... Ну, не бежать. Окей, он на самом деле он не побежал прямо назад, просто сделал два шага. То есть он просто не просчитал этот момент. Просто Эрмосо более универсальный, кажется, более гибкий защитник. Он же один из оплотов вот этой схемы 3-4-3. Да, ну, да. Схемы с тремя центральными защитниками. А Филиппе вроде такой классический дядька. Хотя я с тобой не соглашусь. Мне кажется, Филиппе, ему присуще это. Филиппе побежал просто, очертя голову, перехватывать мяч или лупить по заднице. Ну, он вариант. Обычно этим занимается. Окей, я согласен, но у меня красивая... Ты приписываешь слишком много интеллекту сейчас. Красивая, была красивая версия, потому что, ну, может быть, я ошибся. Может, я надумываю абсолютно, но с точки зрения перестроения Атлетико, это тоже это очень правдоподобно. Что теперь им нужно играть по-другому. Им нужно бежать вперед. Это следствие перехода на новую схему, но... Любой момент, когда у Семёна появляется новая схема, так бывает редко, да, Семён исходит из подбора футболистов. Кто ему доступен, как их расположить на поле. Может быть, он просто считал, что у меня есть Филиппе, он в любом случае будет бежать вперед и, как ты говоришь, надирать задницу. Пусть это будет нашей новой тактикой в защите. В схеме 4-3-3 так и проще, да. Сыграй Рамоса. Покажи мне Рамоса, парень. Жуан Феликс, Диего Семёна пользуется сейчас вот этой ситуацией вокруг Феликса. Феликс – это капризное молодое существо. Феликсу такое ощущение. Очень интересно играть против Барселоны, в Лиге Чемпионов, чтобы свет софитов падал на него, и вот там он расцветает. А Гранады, Осасуна, Хетафе, Леванте – это все ему не очень интересно, понимаешь? И Диего Семёна, мне кажется, хочет как-то искусственно поддержать вот это вот полезное для команды состояние, потому что сейчас против лидера таблицы, неожиданного лидера таблицы, Реал Сосьедад, выходит максимально насыщенная атака. Но он пробует позиционную игру. Он недавно в интервью Дель Боски говорил, да я вообще не оборонительный тренер. Смешно звучит, но он говорил, я вообще не оборонитель. Обидевшись, да? Да, он такой, вы не видели, как я играл в Аргентину? Говорит, я просто, ну, у меня был состав в Аргентине, я исходил из его возможностей. Я играл в атакующий футбол. Я пришел в Атлетико, я увидел возможность моего состава. Я стал играть в оборонительный футбол. Хорошая попытка. Мы его любим за другое, конечно, но сейчас видно, что, ну, все-таки 4-3-3 с Коке разыгрывающим, с тройкой суперкреативной в атаке, это вполне себе попытка играть в позиционный футбол, просто не очень получается. Ну, хорошо, что, я так думаю, хорошо, что Симеоне не за трендами гонится, а опять же, за теми футболистами, за их состоянием, да, потому что мало защитников осталось. Ну, как ты тройку выставишь, черт побери? Хименес Скандагбия. Ну, Скандагбия, ну, Симеоне все-таки соперников анализирует, в отличие от Сульшера. Оценивает сильные и слабые стороны. Облак меня, кстати, немножко расстроил в этом матче. В первом голе. Ну, заслужил. Ну, человек может позволить себе ошибиться, расслабиться, да? Да, да. Ну, не прямо уж на его совести два пропущенных мяча, но штрафной надо было тащить. Надо было тащить штрафной от Иска. Мы, кстати, Иска ругали в прошлом выпуске, а он, видишь, и голевую сообразил, шикарную голевую, и в дальний угол положил, обвел стенку, очень изящно. Ну, ему давно пора было забить. Правда. Ну, как-то... Я просто вспомнил, сколько мы говорили о реализации, да, Сосьедада в прошлом выпуске.
Как тебе вообще Соседат по этому матчу? Вот. А все видно, то есть все тот же. Все тот же? А Давид Сильва зато вернулся. Сильва восхищает до сих пор. Слушай, ну, у Сильвы был великолепный момент во втором тайме. Когда он обыгрался в стеночку, да, бил, в штрафную атлетику? Да, и вот этот момент, он очень хорошо подчеркивает с одной стороны. Смотри, вот где Сильва, 21 номер, сейчас он получает мяч. Моментально разыгрывает мяч, моментально врывается в штрафную, и все прекрасно, кроме одного. Не он должен такую атаку завершать. Он должен стоять вот там и отдавать, да? Он должен стоять в этой точке. Отстучаться. Нет, он должен быть именно там, где он есть, он должен играть именно так, как он играет, но в той точке, в которую он пришел, он не должен оттуда бить. А Сосьедаду нужен нормальный нападающий, который в этот момент будет открыт, и он на него отдаст диагональ. А этого нападающего нет, и Сильва бьет сам. Был такой Вилен Жозе, отпустили его в Англию, там его испортили. И сейчас да. Вилен Жозе транзитом через Вулверхэмптон оказался в Бетисе, на юге Испании. Хотя на севере пригождался в реале Сосьедад. Поэтому я повторюсь, да, Сосьедад, в общем, тот же. То есть гол забитый. Два гола – это много для Сосьедада, безусловно, да. Но один забитый в силу того, что два защитника Атлетика бегут в разные стороны, а второй забитый все-таки не без облака. Голы Суареса. При том, что моменты были, подходы были и так далее. Голы Суареса. Знаешь, когда Суарес забивает за Атлетику в таких матчах... Ну, очень смешно. Вот ты хочешь что-то разобрать? Нет, мы можем позиционный вот так вот расслабиться. Подожди. Позиционный футбол, три нападающих, доминирование. Забудь. Просто навес в борьбу. Ну, если там есть Суарес, почему нет, дружище? Ну, потому что это не его игра. Да хорош. Нет, абсолютно. Он может и так, просто потому что он может как угодно. Но Суарес – это такая девятка, которая по техническим характеристикам вообще десятка. Суарес тонкий игрок, он играет между линиями, он врывается в штрафную. Просто он большой Зидан забил два гола в финале чемпионата мира головой с углового. Это не значит, что он, в принципе, игрок под навесы. Да? Суарес это не игрок под навесы. Это просто значит, что у Атлетика есть характер, что у Суареса есть характер, и что, в принципе, у них по-прежнему не работает комбинационный футбол. Они навешивают в борьбу, и Суарес забивает голову. Если бы Суарес все это слышал, всю твою тираду, он бы презрительно фыркнул. Он бы меня укусил и плюнул. Да, и плюнул. А в следующем туре забил бы головой. Потому что Суаресу плевать, доставь мяч до Суареса. Все, это такой нападающий. Это вымирающий тип. Нет. То есть да, абсолютно. И это один из моих любимых нападающих. Но просто с учетом возраста. Давай говорить о том, что он все еще это делает, но один раз в трех матчах. А для того, чтобы выигрывать трофей, это нужно делать в каждом втором матче все-таки. У Атлетико строгая политика в отношении ветеранов своих, в отношении тех, кому за 30. Миранда Годин. Расставались с Хуан Франом, с Луисом Филиппо. Предлагать соглашение только на следующий год. Да. И сейчас, я думаю, не все от Семена зависит больше от руководства, от оценки руководства. Но если с Суаресом контракт не продлят... То Атлетико неплохо подстраховался, я бы сказал. Кем же? Ну, у них хорошее, у них они Гризмана взяли. И, в общем-то, с адекватной суммой выкупа, если он заиграет. А, я постоянно забываю, как его зовут, Куни. Да. Он вышел в этом матче, посуетился немного. Но очень тяжело быть центрфорвардом в Атлетику. Безумно тяжело. Это самая требовательная позиция в Атлетику, на самом деле. Я уверен. Конечно, потому что ты должен не только защищаться, но иногда атаковать. Да. А Суарес просто пришел в своеобразный инкубатор в Атлетику Мадрид. То есть вокруг него такой сад разбит, где Суарес пьет чай. Суаресу можно чуть... Нет, он не пьет чай, но ему можно чуть больше. Чем другим, да, это факт. Выразительной Марии потребовалась замена, и мы запросили подкрепление у наших друзей из Палаты Лордов. Встречайте! О результатах испанского тура будет говорить мастер слова острова, мастер слова закругленного, мастер слова тупого Артем Борисов. И все-таки не классику задавала температуру для всего испанского тура. На Камп Ноу было прохладно и не более. Не зря же голами обменялись два подостывших пирожка – Алаба и Агуэро. А вот на душе у Кумана, проигравшего Реалу в третий раз из трех – листопад и неустойка. Зато настоящая жара, как и полагается, накрыла Севильский регион. Сам Цельси обалдел бы от температуры, установившейся на Писхуане, где команда Лопетеги принимала команду не пойми кого, недавно назначенного в Леванте. Зной не позволил гостям даже спрятаться в тени своего капитана, забившего дважды. На Бенито Вильямарин тоже играли под градусом. Возможно, как раз поэтому на подвиги потянуло левого защитника Морено. Играя против бывших, он забил в чужие, покатил на свои и заработал для Бетиса победный пенальти. Изгнанный из Валенсии Ли Канын занимался тем же самым на Месталье, пока не получил вторую желтую и упал, как прошлогодний снег. Самый метеонезависимый игрок Ла Лиги, играющий плохо при любой погоде, Мухтар Диакаби, забил автогол рукой.
Мы лед под ногами Мухтара. Мы лед под ногами Мухтара. Ну а Валенсия в итоге отмерзла и забила два в добавленные. В Мадриде хороводил снег с дождем, а лидер играл с чемпионом. Атлетико пробовал новую схему, а получил осадки в виде фрикаделек. И пусть Суарес отыграл оба мяча, главные страхи внушил Облак, игравший не как Облак. А тучи как Лоди. В соседнем Хитафе погоду пытался заказывать приехавший с Сельтой любитель шарфов Эдуардо Кудет. И это хотя бы кое в чем помогло его команде. Сельта взмывает на 14 место. Борьба с засухой, товарищи, по всей Испании проходит на отлично. Даже в Эльче местные трудящиеся смогли дать влагу иссохшим полям. Не без помощи гостей города и лично товарища Де Томаса. А в Памплоне климатическая аномалия. Асасуна играла лучше во всех домашних матчах чемпионата, но победила только раз. Гол Гранады на 90-й минуте и ничья. Очередная лихорадка природы. Зато на южном побережье нормальная бабья осень. Кадис навязчиво поморосил возле штрафной гостей, после чего сам угодил в лужу. Алавес выиграл с двумя демисезонными голами непромокаемого Хаселу. Наконец, Вильяреал снова явил свое обветренное лицо. На этот раз при полных трибунах в Бильбао. Под метелью и прессингом Атлетика у Унаи Эмери растрескались все его нежные планы. Это был обзор погоды в Испании. Температуру для вас замерял Артем Борисов. В этот раз в конкурсе никто не выиграл. Да, точный счет можно было угадать, и у вас действительно получилось, но авторы голов, правильные авторы, вам не дались. Ну и как можно было додуматься до того, что за Барселону единственный гол забьет Серхио Агуэро? В общем, старайтесь лучше. В Испанию снова грядет медвиг, матчи посреди недели, и мы выйдем на следующей неделе, захватив как можно больше материалов, тем более сейчас такое расписание, что, ну... Что даже Реал... Барселона должна набирать 6 очков. Конечно, Реал, Барса, Атлетико, по сути, должны отрываться и формировать снова свой закрытый клуб. Хотя я бы сказал, что таблицы. И Севилья, наверное, тоже может отрываться. Ну, ты знаешь, там плотно осел Реал Соседат. В общем, кто из них оторвется, тот и будет большим клубом через неделю. Турнирная таблица. Реал Соседат удерживает лидерство. С трудом, но все-таки удерживает. Реал Мадрид, Севилья, Атлетико. В общем, у всех много матчей в запасе. По потерянным, конечно же, Барса, Валенсия. Другие команды должны быть выше, чем они есть сейчас. Зона вылета. Здесь все стабильно. Вот здесь ничего не меняется. Хитафе, Леванте и Алавес. Свои люди. Алавес же выиграл у Атлетико, а будет еще с Барселоной играть. Я ни на что не намекаю. Это была «Ла Лига». Главные события испанского тура здесь, на канале «Окоспорт». Если еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Денис Алхазов, Кирилл Хаид. Освещаем Испанию для вас. Всем пока.